Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя. Сегодня мы продолжаем играть в игру Танки Онлайн. Играем в сочетании Диктатор М3 с Моки М3 в краске Шелест на карте Песочница. Играть мы здесь будем до 9 флагов. Я зашел за проигрывающую команду. Счет у нас 1-6. Им осталось 3 флага, а нам 8. Так, ну... У нас вроде команда хочет играть. Я думаю, у нас все получится. Мы сможем вытянуть. Фонарим. Так. Сейчас надо убить сначала эту смоки, потому что она может критануть. Вот, как раз вспомнила крите и кританула. Так. Наши везут флаг, но я думаю, сейчас Изида помешает его доставить. Так вот ее скрыта и все. Смоки у меня очень хорошо прокачана на критический урон. И на шанс выпадения критического урона. Так. Нарем. Спокойно разбираем этого фриза. Вот смоки, наверное, тоже прокачаны, потому что критуют часто. Блин, еще прицел не сбивает. Вот, мне сейчас тут пишут, смог не нар не стоит, но... А что будет? Напугал, напугал, чувак, вообще прям испугался. Так, фриза убили и везем флажочек. Замороженный, тихонечко везем флаг. Счет 3-6, отлично. Возьмем аптечечку и поедем опять на их базу. Там я видел у них Изиду и, по-моему, еще Смоки была. Да, вот и Смоки начала бить меня. Так, рельса нам сейчас помогла так очень хорошо. Ну, сколько смог, только нанес дамага фризу, и он меня убил. И это, конечно, печально. Так, сейчас Смоки отсюда постараемся... Ее лечит Изида. Тогда мы вот так вот сделаем. Сбивает он мне прицел, он меня бесит. Тоже он нарел. Ай-яй-яй. Вот фриз занарил. Угрожал мне теперь в нуре. Почетный нарик. У них еще Изида занял, еще один фриз. Ну, у нас занарил твинс. И это не может не радовать. Все-таки меня кто-то поддерживает в команде, и это круто. Так. Помогаем нашему твинсу, хотя его уже сняли. Дамажим в фриза. Ну, там уже респаунился твинс, я думаю, он что-нибудь сделает. Плюс... Сейчас налил аптечку, вдруг что, крит или еще что-нибудь. Так, отлично, наши игроки тоже занарили. Наношу какой-то дамаг фризу и пытаюсь уехать. Так. Пока у меня есть нарко, я все-таки буду атаковать. Так. Ай-яй-яй, тут по-нубски переворачиваюсь. Сурюминку под Изиду. Нельзя дать этому фризу. Ай. Ну давай, бей его. Ладно. Тот игрок что-то ступил у нас, и получилась полная фигня. Нас заставили флаг, так, обидно. Все покупали себе этих хорнетов. Бьем этого фриза, насколько можем. Так, дамажим Изиду. Изиды больше нету, она нам больше не помешает. Так, бьем фриза. Едем, едем, едем.
Наш фриз возвращает флаг. Отлично, молодец. Держать. Блин, меня сейчас скрыто выносит. Обидно, конечно. Ну ладно. Так, взяли флаг. Слава богу. Рельса попала в флагоносца. Дамаг, дамаг, дамаг. На минку мою точно напорится. Хоть кто-то. Так, фриз лучше бы помогал мне, чем бьет ту смоки. Ладно, не буду писать. Так, у нас опять зелье флаг, блин. Надеюсь, ему не дадут уехать, а я тем временем поеду за вражеским флагом. Поскольку он дашку не внаривает. Блин, пипец, вынес он меня с крита, и Изида доставляет флаг. Счет 8-5. Плохо, плохо, ребята, дела. Ну, тут смоки бы сразу порешать, чтобы она мне не надоедала. Так, в принципе, им остался еще один флаг. Твинс нас сейчас промазал, к сожалению. Отлично. По-моему, подорвался на минке. Я что-то слышал, да, звук минки. Я беру вражеский флаг и пытаюсь его увести. Фриз вроде он подорвался на моей минке. Отлично. Так. Бьем. Фриз, да. И все-таки моя минка там пригодилась. И подорвалась. Тот фриз подорвался. Так, и, блин, меня сейчас вынесли. И этот фриз должен максимально заморозить игрока, чтобы не дать ему увести флаг, пока мы на респауне. Так. Везем флаг, везем, везем, везем. Бьем. Ну, блин, наш игрок не может возвратить флаг, и я думаю, сейчас доставят. Доставляют вражеский флаг, и мы проигрываем. Но я думаю, сейчас еще один бой запишу, потому что этот получился коротковат. Так. И силы будут сейчас равны. С нуля, 0-0. Так. Их меньше. Чтобы у них опять игрок вышел. Так, зашел. Отлично. Еще один. За нас зашел. Так. Блин. Мамонта смоки. Вообще пипец. Зачем я сейчас занарил? Как-то случайно машинально получилось. Надо было все-таки слиться мне. Так, за них еще зашел один твинс. Вообще отлично. Точнее, мамонт. Но ничего страшного. Они у нас медленные. И флаги быстро не смогут увозить. Но тем временем он за нас зашел, диктатор, отлично. Так, будем помогать диктатору и твинсу бить эту смоки. Так, вынесли. Сюда, конечно, сова надо. Давай, давай, критуй. Я что, тебя зря качаю? Вот, критунул, отлично. А, на вдвое. Ну, тогда понятно, почему я ее убить не мог. Дофига.
потому что все-таки краска хвоя. Защита не самая максимальная от смоки, и поэтому этот крит ему ничего не нанесет. Так. Вот рельса зашла за них, конечно, не печально, но да ладно. Так. Все. Так. Ну, сейчас опять сольет, потому что он хвоя. Да еще и на мамонте. Мне бесполезно против него дуэлиться. Так, их не смог, а пытается заехать на базу. Так вот и вот так вот. Два раза попали, но я думаю, Твинс ее там еще продамажит. Ну все, даже убил его. Так, помогаем, помогаем Флагоносу. Кого тут 0 очков? Это и рельсы, все 0 очков, но это. Да, все-таки у рельса. Что-то я протупил. Я думал, она меня убила. Ей так не везет. Даже вот опять критуем. Отлично получается. И наш твинс вышел. Как это не печально. Грох хороший. А, он вернулся. Молодец. Может быть, он переоделся, или он обновился просто, ну ладно. Так. Кританули, но, повторюсь, этот крит для него ничего не сделает, потому что, ну, блин, еще прицел сбивает этот винс гребаный. Нет, по-моему, переоделся, да, все-таки переоделся. Но почему у него осталось... А, господи, я вообще тупой, не туда посмотрел на вражеского игрока. И наш флаг доставляют. Так, это не дело. Так, пьем смоки. Давай крит. Все, крит выпал отлично. Ну, я думаю, сейчас вдвоем они смогут убить этого мамонта. Буду очень на это надеяться. Ну... А, сейчас прям с респауна сразу занарю, чтобы было хоть как-то поинтереснее. Так. Блин. Не получилось у меня сбить прицел в рельсе, как ни странно. Блин, кританула прям предфлаг. Нашего флагоноса 0 хп, чисто. Так, аптечка. Убиваем хвою. Помогаем нашему флагоносу, хоть он в скале. Все равно. И, по-моему, это та же смоки, насколько я помню. Только она была тогда в инферно, а сейчас изумруд оделаю. Потому что опять на ДДшка. Так, ладно. У меня вышла рельса. Либо попросили выйти. Неважно. Надеюсь, сейчас хоть кто-нибудь зайдет, а то оттаскать четверо против троих. Все. Зашел какой-то таран. Надеюсь, он не на фризе. Ну, слава богу. Ну, он может налить. Это будет очень плохо. Друг, наверное, вот этих, потому что он надел краску прямо от твинса. Так, возвращай. Отлично, выставляем флаг. Так, блин. Пока у меня нарк, надо подождать аптечку. Все, аптечка. Начала восполнять не хп. Так, твинсу огромное спасибо, но он занарил, блин, это пипец. По-моему, занарил рикошет тоже. Я, правда, сейчас не видел. Но, скорее всего, да, потому что он едет что-то очень быстро. Так,
Так, и Твинс, давай. Но ты тут уже, к сожалению, ничего не сделаешь. Я еще ступил тоже что-то рядом с бортиком, поехал с флагом. Так, у нас опять вся команда занарила. Вот. Сегодня что-то меня все поддерживают в нарке. Так, и дай флаг мне, потому что я быстрее тебя внизу. Так, бьем этого Твинса. У нас тут пока башни полчаса будут поворачивать. Доставили. 6-8. Нам осталось 3 флага, но я уже думаю, довезем. Пока в дефе постою, пока везут. Пока наши везут флаг. Так, протупил сейчас что-то. Опа, все, отлично. И Твинс везет флаг. Молодец. Привозит 7-й флаг. Привозит 7-й флаг. Привез. Так, ну пока в дефе постою, пока на кулдаун. Уже не постою. Так, ладно. Все, меня убили. У них вышел игрок, но зашел сразу другой. Сейчас посмотрим, кто. Какой-то ник знакомый. По-моему, играл я с ним уже сегодня. А, ну зашла рельс. Это не страшно. Конечно, мамонты в таких ситуациях очень плохи, потому что хоть и хп у них очень много, но скорости вообще нету. И флаг ему вести, ну, практически нереально. Поеду прямо сейчас рядом со смокой, не боясь ее, потому что даже если она мне кританет, она ехала без нарки, мне ничего не будет. Так. Подамажлю чуть-чуть этого Твинса. Он сейчас на моей минке должен подорваться. Подорвался, молодец. Ну давай, чувак, блин. Хотя еще и крит прошел, что-то на минку напоролся. Просто развел его как ребенка. Так, смоки отчаявши. Собирает кристаллики, по центру ездит. Так, взял флаг, но я думаю, я его не везу. Да, все, ладно, скидываю, меня забирай. Нам остался один флаг. Думаю, сейчас последний раз в наре мы довезем его. Спокойно этого Твинса. Рельс у них вообще ФК, как будто мультит. Так. Слава богу, меня эта смоки не убила с крита. ХП у меня чуть-чуть осталось. Так, ну и доставляем последний флаг. Этот бы мы выиграли, тот проиграли. Отлично, заработали 508 кристалликов. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем спасибо, всем пока-пока.